А Надя получила только что 9350. Вот это вот тебе, пожалуйста. Чехерева, да. Молодец, молодец, Чехерева. Ну, а ложечка Юли тоже уже такая нашумевшая. Она уже чемпионка Европы в отдельных видах. Это заметная гимнастка. Длинноногая. Опа, ну прыжочек она очень легкий прыгнула, он очень недорого стоит. Очень недорого стоит, но может вперед, быть... полтора сальта вперед согнувшись. Да, да. Но вы знаете, здесь уж кому-кому, так точно не мне объяснять, что здесь можно пойти двумя путями. Да-да, взять сложность, взять сложность. И потерять. И рисковать именно падением. Или взять прыжочек попроще, но вылизанный. Да ну, нельзя. Можно. А, но кто не рискует, Димон, ну, да, мы тоже знаем, рискует, что это того такое. И да. Медалей не бывает, как правило. Да-да. Тут приходится волей-неволей рисковать. Следующая у нас будет прыгать Аня Павлова.